Больных бруцеллезом коров продал житель Касталовского района в Западно-Казахстанской области. Как оказалось, зараженную скотину обследовали сельские ветинспекторы. Они выявили бруцеллез у двух буренок. Хозяину дали предписание их забить. Но тот, проигнорировав все правила, решил нажиться и продал зараженных животных. А чтобы избежать наказания, заявила о пропаже скота в полицию. Правда, выяснилось уже в ходе поисковых работ. Касталовским районным судом Ережепов признан виновным в совершении заведомо ложного доноса, и ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на 240 часов.